Сейчас полдень по Гринвичу, и давайте посмотрим, как вели себя трейдеры во время утренней сессии. Я, Имаджин Комри, представляю вам очередной выпуск полуденного обзора. Курс пары евро-доллар колебался в пределах 40 пунктов и в полдень снова приблизился к уровню открытия торгов. Объем торгов сократился на 19% по сравнению со среднемесячным. Настроение нейтральное, близкое к балансу. Тренд этой пары менялся, потому у обеих сторон были шансы на прибыль. После 7 часов курс фунта начал нисходящее движение, но затем он начал повышаться с минимальной отметки 1.6052 и к полудню скорректировался. Объем торгов по паре фунт-доллар типичный. Настроение нейтральное. Короткая позиция 11%. Тренд этой пары менялся, потому у обеих сторон были шансы на прибыль. Курс пары доллар-иена двигался на север с минимальной отметки, и в 12 часов было зафиксировано повышение курса на 0.51%. Объем торгов увеличился на 14% по сравнению с типичным для этой пары. Настроение нейтральное, длинная позиция 2%. Восходящее движение курса указывает на то, что прибыль скорее получат трейдеры с длинными позициями. Курс пары фунт-иена повышался волнами. В полдень было зафиксировано повышение курса на 0.53%. Торги по этой паре проходили активно. Объем торгов увеличился на 221% по сравнению со среднемесячным. Настроение нейтральное, длинная позиция 2%. Из-за восходящего движения курса быки пока что были в более выгодном положении. Для пары евро-иена преобладал восходящий тренд во время утренней сессии. После 12 часов курс был на 0.44% выше, чем при открытии торгов. Объем торгов сократился на 38% по сравнению с типичным для этой пары. Преобладает бычье настроение, длинная позиция 36%. Трейдеры смогли предугадать движение курса, и только спокойные торги могут ограничить прибыль. На этом очередной выпуск полуденного обзора подошел к концу. Мы будем обновлять эту статистику каждый час. Оставайтесь с нами.